Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами ДАЭФ, и в сегодняшнем видео из раздела «Такого еще не видели» я хотел бы представить вашему вниманию два интересных проекта. Один из них по игре, второй из них по фильму. В общем, проект вот такой машинки из Mad Max прислал мне один из моих подписчиков, за что ему огромнейшее спасибо. Проект маленький, но все-таки заслуживает вашего внимания, друзья мои. Обратите внимание на детализацию. Как же классно сделаны трубы, как же какой он весь колючий, какой он весь прикольный. Не обращайте внимания на то, что мы на Луне, оно тоже по Луне ездит. Несмотря на то, что это искусственная масса здесь и не работает. Просто влюбился в реализацию вот такого V8, который нам все еще в обновлении все обещают и, наверное, никак не дообещают. Хотя идет вторая волна теста, простите, что-то я сегодня заговариваюсь. Вторая волна теста, ну, из этого рая, как говорится, у нас не выходит ничего. Немножко пролагнуло. Садимся в машинку, видим какую-то женщину красивую, видим удаленочку, управление, как обычно, через удаленку, и даже баранка здесь сделана. Классно. В общем, ставил я здесь искусственную массу, но в пределах гравитации она, естественно, не работает. Где наш ремонт-контрол управлять? И поехали. Живенько разгоняется, прикольно. И вдали вы видите второй проект по фильму Wandering Earth, или «Блуждающая земля», друзья мои. Китайский фильм, научная фантастика, только недавно вышел, и, естественно, создатель, скорее всего, тоже китайский, это все реализовал. Проект глобальный, проект прикольный. Ну, не, ну машинка тоже, вы знаете, даже несмотря на то, что 0,2 гравитации, прям летит, как паровоз. В общем, тоже фильм. По сути дела, по-моему, там тоже фильм присутствует. Так, ну что ж, мы приезжаем, разбиваем, естественно, машинку, я же в своем репертуаре, и будем обозревать вот эту огромнейшую конструкцию. В общем, предыстории данного фильма почитал я немножко. Земля узнала, что через 30-40 лет потухнет Солнце, и решила из Земли сделать огромный космический корабль и, естественно, свалить куда-то вдаль. Почему здесь реализовано на Луне, совершенно непонятно. Ладно, спасибо, машина. Родина тебя не забудет, но, естественно, и не вспомнит. Нет, классно. Молодец. 10 из 10 за такую маленькую, но очень прикольную построечку. Так, ну что ж, давайте знакомиться. Двигатели пока в целях оптимизейшена выключены, а их тут много. Это 1 к 100 масштаб, как сказал сам создатель данного проекта. И вот тут немножко SimSpeed у меня с FPS убегает, но это ничего страшного. Обратите внимание на детализацию данного супер-пуперского двигателя, который должен просто сдвинуть планету. Но у меня есть небольшая другая задумочка. Вначале внешний вид. Вот это все только один двигатель. Вот такой бы присобачить куда-нибудь, на какой-нибудь большой-большой кораблик. И как полететь. В общем, 6 модификаций, из них 2 можно смело выключать. И Skybox, естественно, от меня, что-то меня прикололо. Это голубизна ванильная в прошлом, которая у нас присутствовала. Вот такое вот проектище. Сколько на нем трастеров. Вот, в общем, выживут одни китайцы у нас, судя по всему. И что-то тут вот на поршнях, что-то тут должно открываться. Не знаю, открывается, не открывается. Никаких кнопок, никакого управления я не нашел, к превеликому сожалению. В общем, сейчас куча джамп-драйвов. Вот такое вот у нас титаны. Да будет света. А что, света нет? Света нет, но вы держитесь. В общем, свет у нас тут маловато. Очень классно сделано. Смотрите, как подсвечиваются вот эти вот все маленькие лесенки. Всего лишь 6 модификаций, как я сказал выше, раньше, простите. И это у нас, да, это у нас титаны. Титаны, титаны. В общем, к сожалению, физики у нас нету, что нельзя ни астероиды подвигать, нельзя подвигать ни планеты. А так, в принципе, на такой бы тяге, в принципе, это было бы и реально. Потратил он N-цать часов, сказал смотреть всем, какой-то Сяо Мао там выведет эту планету в следующую галактику, и вот само ядро вот этих вот двигателей. Двигатели пока что выключены. Обалдеть. Вот эта тяга должна быть. Друзья мои, шикарно. В общем, за реализацию 10 от меня смелая. Особенно это хорошо смотрится, когда у нас ночь. Сейчас я ей торгу наберу, все лишнее
Чё бумскнуло? Или это у меня за окном машина опять рулит? Трубы меняют, друзья мои. Как зима, так надо трубы менять. Как всегда. Так, да будет ночь. Красота. Сейчас потемнеет. Совсем уж потемнеет. Ну, совсем не потемнеет, потому что Skybox светлый, но это я специально сделал, потому что в противном случае темно, как в желудке. Ладненько, мне нужна любая панель управления, включить вот эти движки. И вы офигеете. Оптимизейшн, выключаем свой налобный светильничек. Группа единственная. Бам. Только посмотрите. Вот это ничего себе реализация. Вот это да, вот это двигатель освещает пол Луны. Никуда он ее, естественно, не двигает, к превеликому сожалению. Но я сейчас что-нибудь придумаю и все-таки на этой фигне полетаю. К сожалению, скорее всего, тут нет гироскопов. И вся панель управления здесь китайская. Поэтому от себя добавим какой-нибудь маленький гироскопчик. Вот, вы видите название, фильм «Wandering Earth. Блуждающая Земля». В общем, не знаю, пока что тизеры я посмотрел. Офигеть. Вот это вот я понимаю. Тяга. 30 кадров. Прикиньте, вот здесь вот сидеть. Все видят свет в конце туннеля. Обалдеть. Не встать. Вот это тяга. И, в общем, там тяга-перехват, судя по всему, была не максимальная, по-моему. Если мне память не изменяет. Загружайте себе файл мира. Выключайте сразу две модификации. Так, я смогу через вот эту панельку? Все освещено, все классно. Хрена. Так, через К, да? Так, тяга-перехват. Ну-ка, полностью. Полностью. Хочу полностью. Так, что же у нас тут относительно гироскопов? Гю. Гю. Нет, тут ни одного гю. В общем, что я хочу сделать, друзья мои. Я хочу, чтобы лето не кончалось. В общем, выключаем вот это вот все недоразумение. Ой, как тихо сразу. Как тихо и как классно. Однозначная десятка. Друзья мои, классно. Еще бы все это раздвигалось, но я так и не нашел никакой панели управления. Видать, китайцы просто вокруг этого двигателя хороводом встанут, и оно полетит. В общем, сейчас мы... Простите. Придумаем пару гироскопов по-быстренькому. Воткнем себе куда-нибудь здесь вместо кабину. Так, чтобы это было только на основной решетке, потому что тут все через поршни, как вы видите. А, фига. Вот, пойдет. Ну, я, естественно, понимаю, что этого будет мало. Возьмем себе вот так вот как-нибудь его повернуть бы, чтобы он вниз-то смотрел. Секундочку, да, я затупил. Ну что, в принципе, как обычно у нас бывает. Текс. Правильно? Нифига неправильно. Это вот зад, значит, это должен быть зад. А как же мне его расположить? Только так. Ё-моё. И это вперед. Нет, неправильно, друзья мои. Извиняюсь. Мне надо его расположить, чтобы он у меня был вот так. Либо вот так. Вот. Дошло. В общем, все, к взлету готовы. Станция. Хорошо. Теперь мы берем через список объектов. Удаляем Луну. Планеты. Мун. Уда. Блять. Удалить. И продолжим дальше. Так, в общем, удалил я данную планету. Вот, посмотрите на данную конструкцию вид снизу и поставил кокпит. Правда, немножко кривовато, но я в своем репертуаре. В общем, для тех, кто не обратил внимания, как все это смотрится, вот так вот это все смотрится. И сейчас мы вот на этой раскривушечке с вами, друзья мои, и полетим. Посмотрим, как же она все-таки у нас полетит. Если бы у нас двигались бы планеты. Для начала данная постройка весит
Всего ничего, 0 килограмм. Я же преобразовал в корабль. Что ты от меня хочешь? Структура весит 47 миллионов. Всего ничего. Икс. Ну что ж, попробуем. Включим. И оно не летит. Как ни странно, оно преобразовано в корабль, но оно все равно не летит. Вот это обида. Обидно, досадно. Аж вот во все щели долбит тут ускорители. И вперед, и взад. Но не летит, к превеликому сожалению, друзья мои. Блин, а так бы как смотрелось, вы представляете, на такой фиговине полетать. Обалдеть, красота. В общем, 10 из 10. Однозначно. К превеликому сожалению, оно не летающее. Ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, лучшая анимация ближайшего пятилетия. Всем вам огромнейший лайк за просмотр, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан, нажимайте на колокольчик, ждите остальных моих видео, а всем вам повыше FPS, поменьше багов, лагов, поменьше крашей, блин, ни в одной игре не крашит, вот, кстати, только в инженерах. Ну а всем вам еще раз лайк за просмотр, всем до новых встреч, всем всем фейспалм, всем пока-пока. Кто его сможет запустить на орбиту, пишите в комментариях. Всем пока. Ламбада.